В политике очень жесткие правила. И первое правило, вот я вам хочу сказать, первое правило, власть, она никогда просто так не дается. Власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Вот точно так же, я сейчас не буду про Единую Россию, поскольку тут у меня, чтобы не обвинили. Точно так же, вот я сейчас здесь нахожусь в определенной политической системе, власть. Потому что не бывает всегда, чтобы все 100% проголосовали. Вот эта власть, это Царствие Небесное, наверное, когда-то наступит, я не знаю, нет. Но всегда власть определенной большой группы людей, за которыми стоят большая группа людей, захватывается. Поэтому там идет жесткая борьба, ты должен быть готов. А с какой стати мы тебе, значит, ты пришел и критикуешь эту власть? А с какой стати тебе, вот почему мы должны тебе выстилать красную дорожку и иди по ней прогуляйся? Нет. Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе. К очень жесткой борьбе. Где критика, где много несправедливости, где много лжи против тебя, где много оскорблений против и так далее. Я глава республики, уже взрослый человек, да, большая у меня должность. На меня постоянно идет поток и лжи, и оскорблений. Но я это понимаю, зачем я делаю. Я работаю здесь, и я в политической борьбе нахожусь.